Девочки, здравствуйте! Сегодня продолжаем смотреть комплекты с янтарем. Очень интересные, красивые комплекты сегодня будут. И в самом начале видео хочу сказать, что для заказа вы можете позвонить либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Звоните, пишите в удобное для вас время. Я отвечаю в удобное для себя время. Вот такая вот красивая модель. Одна из наших любимых моделей пришла наконец-то. Это черный родий с элементами золочения. Шикарный стильный комплект. Он у нас периодически повторяется, потому что, ну, действительно, очень интересно, стильно, необычно. Черный родий и элементы золочения. Серьги здесь 10 грамм, 4800 рублей, подвеска 3800 рублей, подвеска почти 8 грамм весит. И 18,5 размер кольцо 2600 рублей. Штифт занижен буквально на 1-2 миллиметра. Такой интересный, необычный комплект. Размер кольца увеличить либо уменьшить при желании можно. Так, следующий комплект. В данном случае покрытие серебрение. Здесь лимонного цвета янтарь. Очень красивый, такой нежный цвет. Все такое прям яркое, сочное. 7,3 грамма весят серьги, 3360 рублей. Разъемное кольцо 1920 рублей, 17-19 размеры. Штифт занижен буквально на пару миллиметров. Здесь также идет серебрение, то есть покрытие серебра 925 пробы чистотой, чистым серебром 999 пробы. Здесь видите, да, запах такой вот довольно-таки хороший дополнительной шинки. Можно разжать. 17-19 получаются размеры. Так, пришли наши любимые авоськи, девочки. Кто просил? Тоже одна из наших любимых моделей. Здесь хорошее занижение штифта. Серьги 1440 рублей, серьги и кольцо, ой, простите, подвеска 800 рублей. Здесь также покрытие серебрение. Очень аккуратный такой хороший комплектик. Так. Отдельно сережечки в золочении без кольца. Такой вот микс. Позолоченное серебро, 2040 рублей серьги, весят они 4,2 грамма. Здесь очень хорошее занижение штифта. Аккуратно они садятся на мочку. Интересный такой вариант. На каждый день хороший, отличный вариант. Следующий комплект тоже позолоченное серебро, белый янтарь. Такой ажурный восточный комплект. Вернее, комплект в восточном стиле. Красиво, правда? Так, здесь у нас серьги 2280 рублей. Кольцо 19 размер 1480 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. Тоже аккуратно сядут эти серьги на мочку. Хорошим. Шинка не широкая, обычная такая стандартная шиночка. Так, комплектик светофор. Очень люблю эту модель. Настолько они шикарно сидят и смотрятся очень интересно и достойно. Такой вот прям хорошенький прям комплектик. 3,6 грамм весят серьги. 1760 рублей. Кольцо 1350 рублей. Он есть в 18 размере и в 19. Занижения штифта здесь нет. И к этому комплекту можно подобрать вот такой вот браслетик. Смотрите, тоже очень даже будет смотреться гармонично.
микс, браслет микс. Но этот браслет сегодня подойдет, наверное, ко многим комплектам. Вот сейчас я еще следом покажу тоже один комплект микс. Браслет здесь 12,8 грамм он весит, этот браслет, 6160 рублей. Так, длину опять-таки не указали, сейчас замерю. 19 сантиметров плюс 3 сантиметра дополнительная цепь на этом браслетике. Вот, этот браслет, допустим, идеально тоже подойдет к следующему комплекту. Вот этот комплект просто чудесный. Так он мне понравился. Посмотрите, какая прелесть. Настолько красиво он выполнен. Оригинально, да? Вот смотрите, сюда тоже подойдет этот браслет. Так, все, браслетик я убираю в сторонку. Серьги 3,8 грамм они весят, 2250 рублей. Подвеска 1000 рублей и кольцо 1350 рублей. 18 размер кольцо. Штифт, конечно, здесь не занижен, но здесь застежка, замочек завышен. Он не даст вперед сережечки провиснуть. Либо можно на силиконовую заглушечку, если боитесь, что будет провисать. Следующий комплектик. Это такая вот классическая лодочка. Ободочек такой хороший, серебряный. Очень мне нравится. Такой вот прям... Ничего лишнего нет. Очень красивый, сочный комплект. 3,2 грамма весят серьги. 1480 рублей. 18,5 размер кольцо. 1240 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. Это тоже серебрение, девочки. Серебрение. Покрытие серебра. Так. Когда мы только начали работать именно с этим покрытием серебрения, я, конечно, очень настороженно к этому отнеслась. Мне не очень понравилось. Мне очень хотелось именно родированное. Но, к сожалению, сейчас не делают в основном именно либо золочение, либо серебрение. Возможно, со временем поменяется. Но в любом случае, я пока вот на сегодняшний день довольна серебрением. Позолоченное серебро, вот такие вот сережечки и кольцо, комплектик, такой знак бесконечности, и здесь такое сердечко, хорошенькие, со смыслом, украшения со смыслом. 4,9 грамм весят серьги, 2360 рублей. Штифт здесь занижен буквально на пару миллиметров, кольцо 18,5 размер, 1240 рублей. Красивый комплект. И точно такой же комплект, вернее, два таких комплекта будут в серебрении, в коньячном цвете и в медовом цвете янтаря. Вот в коньячном цвете вот такой вот. Одинаковый дизайн. 4,9 грамм весят серьги 2240 рублей. 18,5 размер кольцо 1120 рублей. Также здесь занижение буквально на пару миллиметров. И точно такой же комплект уже. Так, точно такой же комплект в лимонном цвете янтаря. Так. Вот. Тоже хорошенький. 4,7 грамм весят серьги 2160 рублей, 17,5 размер 1040 рублей. Немножко подешевле, все зависит от веса. Тоже занижение штифта на пару миллиметров. Так, пришли наши продевочки. Позолоченное серебро в белом, с белым янтарем. Вот такие интересные. 2000 рублей. Белый цвет есть. Позолоченное серебро синего цвета янтарь. Тоже смотрите, как красиво. Все-таки синий янтарь. Да, это крашеный янтарь. Это натуральный янтарь, но он покрыт специальным лаком, который придает именно цвет янтарю. 2000 рублей.
и в красном цвете. Вот. Тоже очень красиво, правда? Такой цвет необычный, шикарный. Тоже 2000 рублей. Очень необычные такие продевки. Смотрите, на верхней части они как под углом прям с уголками. Не круглая ободочка, а именно такой. Так. Очень интересные сережечки. По-моему, они у нас уже приходили с подвесным, с танцующим янтарем. Обычно танцующий фианитик, а здесь танцующий янтарь. 1300 рублей, 2,8 грамма. За не женишь цвета нет. Очень красивые вот такие вот сережечки. Они все без колец, но вот смотрите, как красиво. В лимонном цвете янтаря. 3,9 грамма они весят, 2320 рублей. И штифт занижен на пару миллиметров. Но такие серьги, конечно, они бесподобно садятся на мочку. Они как пуссеты будут выглядеть. Следующая модель то же самое, только здесь цвет янтаря. Такой вот медовый, красивый, очень красивый. 4 грамма весят серьги, 2360 рублей. Также занижение штифта 2 миллиметра. Так, пуссеты. Пуссеты. Вот такие вот квадратики. Все пуссеты идут на обычной застежке. Это не винтовой замочек, а просто силиконовой основой. Пипки я их называю. Пипочки. Квадратненькие пуссеты 1100 рублей. Есть покрупнее. Вот они. Покрупнее 1800 рублей. 3 грамма они весят. Такие вот круглые есть с белым янтарем. Ой, какой он красивый, конечно. Пуссеты шикарнейшие. 1920 рублей. Замочки я уже не показываю, потому что они везде все одинаковые. Не винтовые, силиконовой основой все. Вот такие вот поменьше диаметром. 1400 рублей. В телеграм-канале я буду выкладывать именно фотографии все с размерами, постараюсь с диаметром. Посмотрите, какие новинки пришли. Ромбики такие классные. Во-первых, и занижение штифта шикарнейшее. Да? Можно прикрыть, если у вас проблемная мочка, проблемный прокол. Вообще идеальный вариант. И новая такая форма все-таки вообще супер. Я считаю, супер пуссеты. 1800 рублей, и они еще есть с белым янтарем. Посмотрите, ну чудо. Шикарные. 1800 рублей также. Далее, посмотрите, какая милота. Пуссеты ежики. Тоже черные роди, замочек такой же силиконовой основы. И два цвета янтаря, коньячный и белый. Ну, просто милота. Цена 2160 рублей. Далее пуссеты божьи коровки. Вот такие вот пуссетики тоже красивые. Здесь комбинированное серебро с позолотой, крылышки позолоченные. Здесь коньячного цвета янтарь, а есть чуть-чуть посветлее, более прозрачный. 1960 рублей пуссеты. И к этим пуссетам есть вот такая вот подвесочка, бегуночек, божья коровка. Вот. Красота, правда? 720 рублей подвеска. А еще есть божья коровки, немножечко другой комплект на английской застежечки. Такие вот серьги божьи коровки и кулон. Вот он. Здесь тоже серебро не радированное. Здесь серебрение. 1720 рублей серьги. 3,6 грамма они весят. Практически нет занижения штифта. 960 рублей кулон. Красота. Так. Подвески. Наши любимые котики. Посмотрите, какая прелесть. Туловище двигается вот так вот. Глазки коньячный янтарь, пузико зеленый янтарь. С обратной стороны он вот такой вот весь в сердечках. Красивый котик.
2700 рублей, 4,5 грамма весит. И такой же котик есть также 2700 рублей. Вот такой вот. Вот смотрите. Очень красивые. Они такие объемные, подвижные. Очень интересные подвесочки наши любимки. Так, далее. Посмотрите, какой красивый комплект бабочки. Очень красиво. Даже деткам можно подарить вот такой вот комплект. Он прям чудесный. 3,4 грамма весят серьги. 2050 рублей. 17,5 размер колечка. 1300 рублей. Занижение штифта на пару миллиметров. Они еще так вот боком на мочке будут сидеть шикарно. И такой же комплектик, но уже здесь белый янтарь. Посмотрите, какая прелесть все-таки. Прям вот нежность, да? Очень красиво. 3,2 грамма весят серьги. 1950 рублей. 1300 рублей кольцо. 17,5 размер. Также занижение на пару миллиметров. Красивый комплектик. Так, следующий комплект тоже бабочки. Но здесь уже серьги и кулон. И бабочки немножечко другие. Вот они какие. Белый янтарь. 4,3 грамма весят серьги. 2100 рублей. И кулон 1120 рублей. Занижение штифта здесь практически нет. Но буквально там 1-2 миллиметра. Так, так, так. Далее цветочки. С бабочками закончили. Перейдем к цветочкам. Посмотрите, какая прелесть. Тоже очень нежный, воздушный. Очень такой изящный комплект. 5,7 грамм весят серьги. 2760 рублей. Кольцо 1720 рублей. 21,5 размер колечка. Этот комплект был один. Какой был, такой я, конечно, и взяла. При желании можно будет уменьшить размер кольца. Занижения штифта нет. Очень красивый комплектик. Ну, вообще, 21,5 размер для такого шикарного набора. Это вообще большая редкость. Девочки, вот вы говорите, что нету больших размеров. Они бывают. Бывают. Их можно заказывать при желании. Ну, а вообще, всегда вот из моей практики делают те размеры, которые востребованы, которые берут, именно покупают. Ювелиры, они же тоже как бы, ну, не глупые люди, производители, заводы. Почему они делают именно те размеры, которые продаются? Делают именно то, что берут. Поэтому вот бывает, что обижаются, что нету каких-то размеров. Ну вот, вот так вот. Но при желании, девочки, можно сделать размер, заказать можно. Не все, конечно, но можно. Увеличить можно, уменьшить можно. Ювелиры сейчас это делают очень хорошо. Ну, главное найти, конечно, хорошего, рукастого, чтобы руки золотые были. 4 грамма, 4,2 грамма весят серьги, 2000 рублей. Штифт занижен буквально 1-2 миллиметра. Зеленый янтарь. 19 размер кольцо. 1440 рублей. Так, по-моему, еще есть 18 размер колечко. Тоже очень красивый такой цвет. Благородного зеленого янтаря. Очень красивый цвет. Так, следующий комплект. Этот набор тоже очень такой аккуратный набор. И здесь янтарь. Красивый подобрали янтарь. Весь такой очень аккуратный, да? 4 грамма весят серьги. 2450 рублей. И кольцо 17 размер. 1440 рублей. Здесь нет занижения штифта. С таким орнаментом. Греческим. Следующий комплект
Здесь комбинированное серебро с элементами золочения, черный рудий, подвесные серьги. Такие комплекты у нас были, но серьги были на мочку. В данном случае подвесная модель идет. Интересный такой набор. Черные роди, 7,3 грамма весят серьги, 3520 рублей. Здесь тоже очень хорошее занижение штифта. Подвеска 1400 рублей и кольцо 19 размер, 1760 рублей. Отличный набор. Так, следующий комплект. Здесь такой интересный дизайн, кулон и серьги. Так, наверное, я вам вот так лучше покажу, вот, чтобы понимать, как они будут смотреться. Вот они вот так вот впереди, это будет сбоку. И вот это вот внутри, вот она так не то что крутится, она будет просто двигаться, а вот будет вот так вот выглядеть. И кулон. Вот. Ну, оригинальный комплект, очень интересный. Напоминает глаз, да? Глаз от сглаза. Интересное. Очень интересно сейчас, конечно, все придумывают. Настолько интересные модели. Раньше, вот я помню, одни были янтарные. Так, леска мешает. Янтарные серьги были одни. Лодочки, да? Лодочки и корзиночки. Вот я сколько помню. И такое ощущение, что больше не было ничего. Вот. Очереди стояли в ювелирных магазинах. И что привезут, то и покупали. Там уже идет, не идет, подойдет. На это даже не смотрели. Кошмар, конечно. 3400 рублей серьги. 7,06 грамм они весят. И кулон 1280 рублей. Хорошенький комплект, очень интересный. Я вспомнила про лодочку. Вы знаете, на 16 лет, я помню, я училась. Ой, не на 16, на 18 лет. Мне бабушка, мама, все ближайшие родственники подарили деньги. Я училась в техникуме. И для того, чтобы мне подарили деньги, я захотела купить себе колечко. И для того, чтобы купить это колечко, я поехала в город, который я не знала, в Уфу, нашла тетю, и она повезла меня в единственный, можно сказать, магазин во всем городе. Два магазина, по-моему, было в то время. И мне выбрали, вы знаете, что мне выбрали? Боже мой, перстень с рубином. Это, ну, это мы тогда думали, что это рубин. Это я сейчас-то понимаю, что это был не рубин, это синтетика была какая-то. А нам-то все говорили, что это рубин. И я с такой радостью носила. Вот 18 лет. Какой рубин, да? Какой перстень с рубином? Вот я, сейчас я его, конечно, ну, много лет тому назад уже маме я его подарила. Но тогда-то это было. Ох, как модно. Ну, я думаю, что у всех есть история именно с такими кольцами, перстенями, рубиновыми комплектами, да? Представляете? Это же надо. 8,4 грамма весят серьги, 4000 рублей данная модель. Здесь очень хорошее занижение штифта. Посмотрите, на любой прокол подойдут эти серьги. Идеально закроют всю мочку. 18,5 размер кольцо, 2240 рублей. Красота. Очень красивый, такой прям изящный, объемный комплектик. Так. Следующая модель. Эту модель в нескольких вариантах мы привозили. В этот раз тоже в белом и в коньячном варианте. 2400 рублей эти серьги. Здесь очень хорошее занижение штифта. 5 грамм они весят. И 1000 рублей кулон. Такой же комплект. Цена такая же будет. Вот, в коньячном цвете. Так.
Я все по отдельности опять уж не показываю, потому что в любом случае так вот видно. Вот. Вот для сравнения вот они. Очень красивый комплектик. В этот раз его немножечко сделали по-другому. Вот этот ободок сделали потолще, пошире. То есть в прошлые разы он был такой тоненький, а в этот раз он прям такой вот волной идет, очень красивый. И немножечко именно побольше серебра. За счет этого, конечно, он смотрится побогаче. Так, следующая модель сережек. Это вот такие вот серьги. Здесь черные родии, коньячный янтарь и золочение. 3000 рублей серьги. 6,4 грамма весят они. Здесь занижение штифта на 2-3 миллиметра. Красивая модель. Очень изящно, очень красиво выполнена, конечно. Так, следующая модель. Обычная такая классика. Коньячного цвета. Здесь янтарь. Такие вот сережечки и кольцо. 4,2 грамма весят серьги. 2000 рублей. Штифт занижен. Сбоку они вот так вот смотрятся. Аккуратный, очень красивый комплект. 20 размер кольцо, 1680 рублей. Так, следующий комплект. Очень похож на предыдущий, но здесь более такой овальной формы, более такие изящные. Поменьше, наверное, сейчас я вам для сравнения покажу. Здесь более светлый янтарь. И вот предыдущий комплект, он более такой овальный такой, а здесь более вытянутый немножечко, да? 4,6 грамм весят серьги. 2200 рублей серьги. А кольцо 19 размер, 1800 рублей. Есть еще 18,5 размер такой же комплект. Здесь очень хорошее занижение штифта. Отличный вариант такой на каждый день. И на сегодня еще одни сережечки покажу. Вот они. Вот такая вот модель. Одна из моих любимых моделей. Настолько они красиво смотрятся. 3000 рублей. Весят они 6,2 грамма. Здесь занижение штифта практически нет. Ну, 1 миллиметр, наверное, ну, 2 максимум. Ну, посмотрите, какая прелесть, как они красиво смотрятся. Вот. Шикарная модель, очень даже. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши украшения. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничках в соцсетях. Всего вам доброго!